Вот и фиксирует рыч. Вот, пожалуйста. Просто вот первое впечатление и последующее вообще. Что вы сейчас видите? Это хуй так, какая два телевизора в коробке. Ну, хорошенько смотритесь. Два телевизора в коробке и кусочек сыра на колесе. Вот, примерно так. Не-не, это идет тест на ICQ. Вы так. Скажите, что вы видите сейчас? Я так в школе рисовал, Валера. Вот все, что я вижу, так сказать. А отсутствие что-то там льет кто-то, нет? Ужас. Да это микрофон у нее, походу. Что вы видите? Не, в целом, что вы видите? Да заебал ты там рыгать! А, Никита Яврич, а вы слышали рэп вот этого вот нашего звезданутого Батуа? Рэп, он же рэп сейчас начал писать. Рэп? Да, давайте я вам сейчас включу просто одну песню его, чтобы вы понимали вообще. И просто давайте. Вот тоже свою оценку скажите. Вот. Он рэп, он сейчас люто подался, после развода вы в доту подались, а он в рэп. Так. Вот, пожалуйста, сейчас я включу, да, дайте свою оценку, вот внимательно послушайте текст вообще в целом. Все, пожалуйста. Так. Она отказала мне, сказала, что любит тебя. Думай, что любит тебя! Да она не может любить меня! Спроси привет, у юриста, сколько будет стоить Настю засудить за разглашение персонального осень, карта. Сейчас брат, желтые листья, но для меня мир черно-белый, как доска у шахматиста. Не быстро, но уверенно иду, дождь если пойдет, я в магазине пережду. Куплю тебе цветы, потрачу 1005, может попробуем мы заново все начать. Забудем все ты, обиды, да? И недопонимание, да, я буду больше тебе уделять внимание. Ты как и первый раз, не слушайте текст. Я телефон не сохраню, оставлю в переписке. Будем держаться за руки в междугородней электричке. На двоих одну ВКонтакте заведем страничку. Ты не будешь бриться в ванной, я не буду пердеть. Ты будешь мыть посуду, а я волакоса смотреть. Сейчас и впредь у нас все будет хорошо. Прошу тебя всего лишь дать мне шанс один еще. У меня кровь идет из ушей, Валера. Не-не-не, послушайте, там дальше разворот событий. Ты даже не мужчина. Чего? Так что буду я смотреть без перерыва, но не с тобой, малыш. Пришло уже наше время. Тепло где-то чувствуется сквозь экран. Я теперь знаю, где надо использовать фразу, и живые позавидуют мертвым. Скорее забыть, мне ведь хорошо так свободно и быть. Свободная пыль. А сколько тебе лет, батя? 35, да, понял. Я знаю, что ты хочешь нож в КС-ке. Так забери его на Epic Drop за выполнение простых заданий. Подписаться на ВК, добавить сайт в ник Стима, сыграть в бесплатную мини-игру и так далее. Квесты эти находятся в операции и стоят она 600 рублей. Но для зрителей этого канала я оставил ссылку со 100% скидкой на операцию. 0 рублей вместо 600. За 15-й квест операции забирай тайное АВП или перчатки. За 30-й и 45-й только перчатки. А за прохождение всех заданий лутай гарантированный нож. В общем, ссылочку я оставлю снизу и промокод на 15% тоже. Ставь ролик на паузу и проверяй самостоятельно. Слышь, малыха, какой ты говоришь свободе? Закончишь ПТУ, будешь работать на заводе. О своем уходе от меня будешь жалеть всегда. Давай заканчивай истерику и иди сюда. Ну да, сейчас пока что я живу у мамы, но у меня свой уголок и целых два дивана. Плакат с Кали Милана и мощный игровой ноутбук. Не хватает лишь прибраться и твоих нежных рук. Сердце стук не заглушит даже дождь по окнам. О боже, почему любовь бывает так жестока, так одинока? Как будто я лучик луны, я просто тихо умираю. Без твоей любви, моя заюха, моя малыха, мой котенок. Ты на год мне млад... Когда Бог хочет наказать человека, он решает его разума. Но тут я хочу сказать, очень достойный клип. Очень достойный клип. Это вы после разлуки, наверное, да, батя, сочинили такой, вы, так сказать, ваше сердечко, так сказать. Так, он там обалдеть. Не один, у него там уже, суки, три, да, сейчас еще новый готовится. Отправим на Евровидение от Украины.
Ну, очень достойно. Я бы хотел видеть такую песню на голубом огоньке в новогоднюю ночь. Можем это устроить. Ну что, ты посмеялся с моей машинки? Посмеялся? Да, теперь посмейтесь с этого клипа, понял? Гад такой. Покушайте, возьму. Counter-Strike запускайте, Валера, а то мы так не уснем. Ну я-то точно после клипа уже навряд ли. Но у меня там есть это. Я вам еще ссылку скину там, в Телеграме. Там еще на несколько клипов. Правильно, чтобы я пересмотрел. Так сказать. Чтобы высота закрепилась. Понял. Но мне очень понравилось, Валера. Это лучшее, что я видел. Я даже не помню. Это что-то между Анной Асти и Жиганом. Вот где-то посередине. То есть и сердечко бьется, понимаете, как у Анны Асти. И Джиган такой, значит, мужчина, тоже каблук. Вот такой, как и средний. Это он еще не знает, какой мы с тобой клип будем снимать. Да. Совместный. Да. Ой, бля. Батя, не трожьте, гады. Волки накинулись. Я могу. Вот давайте вы там пока кушаете, я еще вам одну песню поставлю к аппетиту, так сказать, чтобы лучше пошло. Так, давайте, давайте. Тоже от данного исполнителя, но это реально. Ну, просьба реально отнестись с пониманием, потому что там про любовь. Привет. Вот. Помнишь, мы с тобой встретились случайно около авиапарка в воскресенье вечером? Я как на душе. Привет. Да, я поняла, что ты хотел? Как робкий лучик луны, твои глаза нежны. Бесконечный источник безграничной теплоты. Из края вечной зимы ты согреваешь душ. На душе, хочу на улице Рейн, на душе Пейн. Слушать, как робкий лучик луны, твои глаза нежны. Бесконечный источник безграничной теплоты. Из края вечной зимы ты согреваешь душ. Хочу держать тебя за руку. Даже радугу прикрыть. Как сложно срифмовать о том, что происходит. Ведь мысли о тебе каждый день ко мне приходят. Без стука выбивает дверь с ноги и занимает все пространство моей лысой головы. Но ты сейчас, пока ты сидишь на паре, стараюсь выразить все чувства на гитаре. Но это депрессивно, это безнадежная песня. Давайте чуть-чуть задорно. В стихах рассказать о том, что... Не-не, это про любовь. Что увидел я в твоих глазах. Увы и ах, я поначалу постеснялся и твой номер не спросил, а просто глупо улыбался, наслаждался красотой бездонных глаз. Тут уже бюджет побольше. Глаз, а еще она поет и очень любит джаз. Вот такой я тоже могу снять в машине. Приходит, когда уже не ждешь, так как ты пришла, как жаркий день, холодный дождь. Теперь хочу смотреть. А ты как просто под ТТК ехал, снимал? Как первый день весны, как робкий лучик луны. Бюджетно. Как робкий лучик луны, твои глаза нежные. Ой, бесконечность, очень безграничная. Я не переживу такого. Края вечной зимы, ты согреваешь душ. Хочу... Так вы, получается, можете вместе ехать на двух машинах вот рядом и такое, ну, делать типа совместку. А и третья санитарная будет ехать. Сзади я буду ехать. На стеребасе. Держать тебя за руку и твой голос слушать. Округкий лучик луны, твои глаза нежны. Бесконечный источник, безграничный тепло. А ты сам текст пишешь, музыку, да? Нет, музыку мне пишет Евгешка, а текст сам. За 3500 или сколько Евгешка пишет? Коммерческий. То есть, а Евгешка это кто? Это Зябл. А, ну бесплатно, короче. Нет, ну да, там можно договориться. Опять договориться. Никита Ильич, вы хотите тоже музыку купить? И текст написать. Конечно, конечно. Про женщин, про женщин. Вот. Пока вы переживаете вот эти еще не до конца. Я уже ничего не переживаю, мне ничего переживать. Нет, у вас еще есть вот это, да. Вот еще пока не все забыто, да, вот эти расставания. Как раз вы сейчас на эмоциях сможете выдать тот текст, чтобы все поняли, как бы душу свою зрить в текстах. Не, я такой хуйней не занимаюсь. А трек «Мелом» знаком? Мел? Мелом. Белым мелом я рисую, слово хватит. Так, давай, ладно, все, пойдем играть. Да, мне чем старше становлюсь, тем страшнее жить. Как-то
жил спокойно, мне казалось, что все хорошо в этом мире, но... Не-не, это у нас тот исполнитель, он тоже с нами, но... Так, ладно, все, идем, Эра. Никита Ирыч, а какой у вас ник в стиме?